специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. Мать-одиночку из Перми уволили с работы за прогул. Правомерно ли поступил ее работодатель? Правильный ответ. Да, прогул входит в список причин, по которым матери-одиночки могут быть уволены. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. Жительница Пскова написала обращение в банк, но ответ ей так и не пришел. Почему? Потому что она не указала адрес, куда направлять ответ. Потому что у нее низкий кредитный рейтинг. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».